Всем привет! И сегодня у меня опять спонтанное видео, которое я совершенно не собиралась снимать сегодня и в ближайшие дни. Но сегодня мне подарили подарок, который я не могу вам не показать. Итак, это вот такой большой пакетик. Тут есть как книжечки. А, ладно, тут не видно. Так и не только книжечки. Вот. Итак, пожалуй, начнем с книг. И первое, что мне подарили, это «Алиса в стране чудес». Да, это «Алиса в стране чудес». Я очень люблю детские книги, я люблю сказки, поэтому я очень рада этому изданию. Помимо того, что на обложке сама Алиса переливается, я не знаю, тут не видно, наверное, вам. Ну, картинка раздваивается, я думаю, вы поняли. Тут объемные иллюстрации. Вот сейчас заяц. Вам видно зайца? Вот. И также тут есть разные такие раскладывающиеся картиночки. Ну, я даже не знаю, как вам это все показать. Больше всего мне нравится сцена с чаепитием. Она здесь просто шикарная. Сейчас я ее только открою. Ох. Сейчас. Все это дело выглядит вот так. И помимо самой Алисы и шляпника, тут также вот на втором плане объемный стол с зайцем, чашки разные. В общем, это очень красиво. Также тут разные открывающиеся дополнения. В общем, эта книга очень красочная, очень красивая. И следующие две книги, которые мне подарили, это книги одного автора и в одном оформлении, в котором очень редко можно встретить эти книги, и в котором я очень долго хотела и искала. И это Стивен Кинг «Зеленая миля» и «Сияние». Я очень давно хотела вообще книгу и «Сияние», в принципе, и «Зелёную милю», но мне абсолютно не нравятся обложки, вот эти стандартные, в которых практически весь Стивен Кинг выходит. Они такие какие-то скучные, я не знаю. Ну, понятно, что он не должен быть веселым, но они тусклые, и мне напоминают какие-то советские обложки, когда были большие проблемы с дизайном. И вот такие книги я видела только «Доктор Сон» еще. Их очень трудно найти, их практически уже нет в продаже. Вот, и мой друг смог их найти, вот, и я очень рада, потому что я очень давно хотела, во-первых, вообще себе Стивена Кинга, у меня нет ни одной его книги, и я не читала его книг, я читала только его рассказ «Домовой», вот, и я давно, очень-очень давно хочу к нему приступить. «Зелёную милю» я смотрела фильм, и я очень люблю этот фильм, он шикарен, я его смотрела вот прям с детства, у меня его мама очень любит, и я не знаю, лет в 10, наверное, я с ней его смотрела, ну и впоследствии много раз пересматривала, и книга, опять же, говорят, еще лучше, поэтому... Также тут черные срезы страниц в этом издании, без обложки, кстати, эти книги выглядят вот так вот. И также тут мне нравится в «Сиянии» на развороте такие призраки, дым. Ну, а тут молнии, что, я думаю, вполне логично. О «Сиянии» же я ничего не знала практически, кроме того, что там рассказывается про какой-то отель и мальчика с папой. Это все, что я знаю. Но очень все хвалят эту книгу, и многие говорят, что она их любимая из книг Стивена Кинга, у некоторых вообще самая любимая. Вот. И поэтому я также ее очень хочу прочесть. И я очень рада, что она у меня наконец-то есть. На этом, в принципе, из книжек все. На этом книжные подарки заканчиваются. И
Я вам покажу, что здесь также очень много сладостей. Вот. Итак, начнем с шоколадок, наверное. Их тут вот столько. У меня никогда в жизни не было столько шоколадок. Вот серьезно. Меня очень удивила вот такая шоколадка Митую, которую я никогда не видела в своей жизни. Но она безумно милая, и она мне очень нравится. Но также есть такие всякие вкусные шоколадочки. Все падает. В общем, так что у меня тут, я не знаю, сейчас я даже посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну и считаю еще вот эти. 8-9 шоколадок. Вот. Вот такие киндер-шоколад. Он вообще капец какой вкусный. Также тут есть Валентиночка. Вот. Есть разные Сникерсы, Марсы, Твиксы и все в этом. В этой теме. И самая милая и самая классная вкусность, которая, я уверена, поднялись в продаже после того, как появились видео Оли Понедельник с тем, как она открывает эти яйца. Ну и, конечно же, всем известного мужика с яйцами. Но, честно говоря, я вообще никогда не слышала и не знала о его канале. Если бы не Оля, я о нем бы и не знала дальше. И что, наверное, я эти яйца открою вместе с вами. По традиции уже сложившейся Оли. Открывайся, яйцо. Это не серийная игрушка. Это, я не знаю, что я сейчас соберу и покажу вам. В общем, тут оказалась дюймовочка такая. В сложенном состоянии она выглядит вот так. И также этот бутончик опускается. Эх. И вот так вот выглядит сама эта дюймовочка. Я думаю, это классно, это очень мило. И у меня таких игрушек еще нет. Поэтому я очень рада. Итак, следующее яйцо у нас на подходе. Это опять же не серийная игрушка. Это вот такая вот собачка, которая поворачивает голову. Она также очень милая, мне очень нравится. И мне нравится, что это цельные игрушки, а не, знаете, какие-то... Есть что-то вроде роботов каких-то разобранных маленьких, самолетиков, там, машинок, еще что-то непонятное. И я такие игрушки не люблю, они меня разочаровывают. А вот эти вот меня очень радуют. Итак, последнее яйцо. Ура! Последним мне попалась Китти. Честно говоря, я думала, что она мне уже не попадется. Вот, но она мне попалась. Посмотрите, какая она милая. Сейчас я соберу эту, в общем, вот эту вот штучку, ну вы поняли. Это Китти с крылышками. Вот с такими вот крылышками. Так вот выглядит все это дело. Также тут такая лестница парадная. Вот, я очень рада. Я, кстати, очень рада тому, что... А, где эта собака? Что у меня игрушки не повторяются, что они все разные. И это очень круто. Вот. Ну, а на этом у меня с подарком все. Ох, сейчас я настрою фокусировку, не могла вспомнить название. Вот, и вы не представляете просто, что здесь творится. Вы знаете, я, наверное, вам сейчас покажу. Вот так все это дело выглядит. Фу, сейчас он съест мои киндеры. Так что тут очень много сладостей.
Вот, так что тут очень много сладостей, книг и всего. Я очень рада, счастлива. И я рада поделиться с вами этой радостью. Также сегодня день всех влюбленных. Я поздравляю с этим праздником всех, кто влюблен, и желаю всех, кто не влюблен, всем найти свою любовь. Так что всех с праздничком и спасибо за то, что вы посмотрели мое видео.